школа. Идеальное место не только для учебы, но и для хорошего перекуса. Можно мне тоже немного? Спасибо. Не за что. У меня есть чем перекусить. Видишь? Что-то не очень понимаю. Ты что, ешь свой учебник? Да, он с ванильным кремом. Я думала, что книги для чтения, но у меня открытый взгляд на вещи. Ну-ка, попробуем. Это очень вкусно! Вот уж не думала, что так полюблю математику. Вот тебе и до-после. Ладно, заходи, Брайан. И почему ты здесь ешь шоколад? Это запрещено, дружок. Твои зубы будут тебе благодарны. И без этого-то поход к стоматологу – страшный кошмар. Да, я уже пришла к стоматологу. Эй, у тебя есть что-нибудь вкусное? Если бы. Ну, тебе повезло, мой друг. Что? Это же гениальная идея. Спасибо большое. А, теперь-то я понимаю, почему ты здесь. Это для твоего же блага, поверь. Никакого сладкого, Брайан. Целую неделю. Кевин, ты следующий. Теперь можно съесть всю шоколадку. Хотя лучше не стоит. Я уже 100 лет не ходила тусить. Ну что, готова, Хлоя? В кино идем? Окей. И почему она всегда так долго собирается? Это что, шоколад? О, нет. Попробуй другой цвет. Серьезно? Ладно, а как с этим тюбиком дела? Да вы издеваетесь! Это же шоколад. О да, будет круто. Для этого лайфхака вам понадобится ватная палочка. Уберите остатки помады из тюбика. Теперь все чисто, видите? Помните те шоколадки? Растопим их. И добавим капельку красителя. Красный – самый подходящий цвет. Теперь возьмем вот такую палочку и хорошенько все перемешаем. Да, выглядит здорово. Возьмем пустой тюбик и зальем внутрь шоколад. Главное не пролить. Теперь уберем в морозилку. Идеально! Выглядит как настоящая помада. Очень умно, не так ли? Теперь можно и в кино. О, она и не догадается, что это еда. Простая косметика в моей сумочке. Что ж, мы готовы. Можно выходить. Протестируем наш трюк. Выглядит вполне невинно, да? Смотрите, я немного проголодалась. Это не та помада. Дай попробовать. Фу! Трюк не удался. Проходите. Вот наши билеты. Что это у вас на зубах? У нас на зубах? Если это кровь, я не хочу ничего знать. Ой! Мы, пожалуй, пойдем. Мерзость. Есть конфеты в классе – отличная идея. Только если учитель вас за этим не застукает. Что это за звук? Ням-ням. У нас тут завелся конфетный едок. Не так быстро. Ты же знаешь, в классе есть нельзя. Вот черт. Облом. Я из-за вас, детки, скоро посидею. Мне нельзя вам верить, да? Простите, можно вас на минуточку? Ведите себя хорошо.
Как думаешь, она расскажет маме? Эй! Давай вернем конфеты. Что? Но ее же здесь нет. Видишь это? Что? Ничего не напоминает. Ну, они почти одинаковые. Гениально! Лучше ускориться. Просто разложу их вместо мела. И одну она идет. Фу! Итак, кто пойдет к доске? София, выходи. Я еще никогда так не рвалась идти отвечать. Этот мел зовет меня. Она это сделала. Что? Двойной удар. Сколько я смогу съесть за раз? София, дай сюда, немедленно. А все так хорошо начиналось. Иди на свое место. Да что ж такое? О, вкусно! Привет! Бассейн работает? Что? Вообще ничего нельзя? Да, все в ведро. Но это нечестно. Привет, можно зайти? Только не с этой газировкой. Придется ее выкинуть. Что за глупые шутки? Я никогда не выкидываю продукты. А это что такое? Кажется, есть решение. Я на минутку. Снимаем повязку с волос и опускаем прядь на лицо. Теперь кладем сверху банку, закручиваем волосы и фиксируем заколкой. Наконец, возвращаем повязку на место. Мило, не правда ли? Ну, а теперь попробуем. Пожелайте мне удачи. У меня только полотенце. Можно пройти? Внутри же ничего нет. Конечно, нет. Убедились? Пока. О, привет, Томас. На улице жарковато, хочется пить. Самое время насладиться чем-нибудь холодненьким. Что это было? Настоящее волшебство с волосами. Иногда нужно немного поколдовать. Ах, здорово. А со мной поделишься? Конечно, почему бы и нет? Даже вкуснее обычной. Спасибо. Без проблем. Это шоу такого высокого уровня? Есть одно правило. Никаких конфет на моем шоу. Ладно, мы поняли. Шоколад тоже запрещен. Ненавижу его. Хотите есть? Возьмите сельдерей. Он полезный и вкусный. Ешьте, сколько влезет. Я рад, что мы прояснили этот момент. Не хочу я этот сельдерей. Он противный. Да не волнуйся ты. У меня есть план. Я принесла Скитлс. Вот бери, если хочешь. Что я сказал насчет конфет? Сюда с ними нельзя. Я их забираю. Жаль, что он унес твои конфеты. Но смотри, что у меня есть. Туфли. И непростые. Ты принесла Скитлс на туфлях? Какая ты умная. Вот, бери желтенькую. Я знаю, это твоя любимая. Намного вкуснее дурацкого сельдерея. Боже мой, у меня потрясающая идея. Сейчас вернусь. Но мне больше достанется. Эй, смотри, я вернулась. У меня новенький наряд. Вау, ты сделала из Скитлс целый комплект. Выглядит круто, не так ли?
пришел. Сейчас он ее поймает. Что это у нас тут? Этот наряд. Глазам поверить не могу. Он потрясающий. Невероятный. Просто шедевр. О, да, я сама его сделала. И вкус меня не подвел.